Политика – это всегда человек и неизбежная связь психологии личности с ходом истории. Какому лекарству от рака доверяет Гордон? Однако, по факту, люди под влиянием рекламы Гордона отказывались от лечения. А это означает что? Это значит, что люди гибли лишь потому, что поверили вот такому Гордону. Очевидно же, что это чушь. Из того, что я видел в рекламе мерча, там фонит тщеславием и, возможно, мужскими комплексами. Но если ты Гордон, то тебе не стыдно. Говорим о медийном влиянии блогеров в программе «Смысловая разгрузка». В пятницу в 23:00 на «Беларусь-4».